середина ноября, а как весной. Птицы поют, на улице тепло. Всем привет! На улице ноябрь, а погода прямо как весной. Птицы поют, на улице хорошо. Сидеть такую погоду дома, если есть возможность прогуляться, не, я не смогу. Думаю, поеду прокачусь, прогуляюсь пока. Пока снегом не завалило, как говорится. Зима будет большая, поэтому пока есть возможность гулять, надо гулять, друзья. И надежде, что еще найдем грибов. Вот такую корзину взял. Сейчас ходим поищем. Прошел в таком березняке, посмотрел немножко. Так, так, для интереса. Больше как не то, что грибы, а больше как пройтись, просто прогуляться. Вот такой лес классный, идешь, как в парке. А наверное, сейчас все-таки туда рвану дальше. Туда хочу в конец пойти пешочком. И там молодняк, это по соснам походить. Может быть, маслята, может быть, серушки, может быть, еще что-то найдем. Ну, посмотрим. Есть еще возможность, друзья. Пойдемте погуляем вместе. Я сегодня один. Зашел сосенки. Такой сосновый лес. И вот, пожалуйста. Ну, не сразу, не сказал бы, чтобы их прям много-много. Серушки, друзья. Вот они. Не сказал бы, что их прям много, вот пока прошелся, так уже, наверное, метров 500, наверное. Вот первые, которые попались. Пригодятся. Кто-то скажет, да куда этих грибов, да все уже. Во-первых, прогулка по лесу. Во-вторых, почему бы и не набрать серушек, когда они есть. Осенние грибы, последние, так сказать. Теперь нам придется ждать. Зима пока пройдет, вот они на бугорке-то растут. Пока зима пройдет, пока чего... Так что, это не буду брать плохенькое. Поэтому, для меня лишь с удовольствием прогуляться. Если есть время, возможность, почему бы и нет. Вот только хочется найти маслят, друзья. Надеюсь, вот я на них, конечно, больше. Что? А вот смотрите, видите, вроде травку, вроде не видно. Вот так, если хорошенько приподнять, посмотреть вот здесь внимательно. Вот они стоят. Видите, прям их откопал, можно так сказать. И гиграфору почему-то я еще не нахожу. Но пока я смотрю, что-то по погоде сегодня узнал. Смотрю, там все плюсовая температура, плюсовая. Даже минус нету, поэтому будет плюсовая. И грибы, гляди-ка, еще вырастут. Здесь тоже такой сосняк, плутать можно. Если не сориентируешься. На улице тепло, я даже шапку не одеваю. В кармане он держу, вообще погода такая классная. Я сегодня один, просто я просыпаюсь рано, я встал, приготовил завтрак, пацанов разбудил и поехал. Говорю, я поехал, прокачусь. Не стал тут тянуть, не то что тянуть, мне просто кто-то писал как-то, вот, Макса, таскаешь по лесу. Чего я таскаю? Он с удовольствием, с большим удовольствием мной гулял. Сегодня поехал бы попозже, просто я говорю, пойду, я уже съезжу, прогуляюсь, пока время есть. А то пока дождешься, пока они там позавтракают, и Миша, кстати, сегодня выходной. Поеду один прокачусь. А так вроде у них было желание. Ну, не сказать, что такое прям большое. О, серушка стоит, смотрите какая. Стоит такая, одна. Нет, гиграфор, друзья. Это гиграфор немножко, видите, она такая вытянутая кверху. Гигрофа ее, гиграфор еще называют. По одной, понимаете, обычно они такие тоже полянами росли. Ну, есть еще надежда, что они еще будут. Что еще пойдут. Я хочу сейчас пешком сегодня прогуляться, так сейчас часик, наверное, убью, может, побольше. Так хочу пройтись, поэтому по всему сосняку туда. Ну, по всему, конечно, не пройду, но туда вдалеко, туда в край. Хочу там пройтись. Может, знаете, бывает так, ходишь, тут нет, а потом бац-бац и нашел. Поэтому походим. Вот такие дела, друзья. Ну, а Макс, что Макс? Ну, пока с армии пришел, у него своя жизнь, как говорится. У всех своя жизнь. У вас своя, у каждого своя. И, как говорится, я не лезу сильно. Я могу только посоветовать, подсказать. Макс уже взрослый человек. Ему 20 лет, паспорт сейчас ждет, он переправляет. Поэтому паспорт получит, там сам решит дальше ему работать пойти или учиться пойти. Я говорю, хочешь учиться, учись, поможем, чем сможем. А если куда дальше хочешь. Я говорю, ну можно, окей, серушки. Ну можно, говорю, и... Работать одновременно и учиться, если будет желание. Как говорится, было бы желание. Так что никогда не поздно чему-то научиться.
Вон какие красивые сережки. Но маска пока не видим мы с вами. Пройдемся еще. Так что вот тогда я Мишку могу еще поучить. Он еще малой, могу еще его. И то, какой характер, как говорится, уже есть у кого какой. Тяжело исправить, уже, как говорится, дано. Ну, где-то не то, что исправить. Исправлять мы особо-то не можем. Ну, как говорится, посоветовать, помочь, подсказать, подучить. Это, я считаю, надо, конечно. Ну и также Максу, само собой. Максу также. Макс там молодец, он прислушивается ко всему всегда. Ну а так, у каждого своя голова. Так, куда нам пойти с вами? Пойдемте куда-нибудь пролезем еще. А так, если приглядеться внимательно, то смотрите, а вот он и киграфор. Вот он один, вот он второй, а он только начинает расти. Вот он киграфорчик-то. Видите, какие грибы? Гриб сластеный, гиграфор. Хороший гриб. Раньше я, кстати, не, ну, брезговал им, но это было давно. Потом потихоньку узнал. А вот серушечки еще. Две штучки. Две штучки, серушечки. А видите, какие краси разные. Они, а эти такие желтенькие, а эти такие серенькие. Грибочки. Если будет тепло, пока нет морозу, значит, еще пойдем за грибами, друзья. Еще сходим погулять. А, начало какое. Они ведь только начинают, друзья. Смотрите. Смотрите, какая семейка, сейчас покажу вам. Гляньте на них. Видели такую семеечку? Вон какая красивая, красивая. Только начинают. А так их можно все сразу. А лучше по одному. Вот он, гиграфор. Видите, какой? Такой красивый гриб. Вот такой. А иголки можно выбрать. А иголочки можно выбрать. Вот. Полянки подаются, только начинает. Любит он морозчики все-таки, любит он прохладу. Видишь, какой-то гриб? Ха. Думаю, масленок, это он какой-то. Какой-то карьер. Такие я не знаю. Такие не берем. Такие не берем. А, здесь вон какие красавчики стоят. Дождевики. Вот какой. Интересно, чистые внутри? Ну, я думаю, сейчас будут все чистые. Смотрите, видите? Белоснежные. Такой, конечно, я заберу. Сейчас подрежу еще. Так, вот так давайте. Это все очищается, верхняя шкурочка. Кто-то говорил, вроде бы не очищает. Не знаю, мы всю жизнь очищали. Блин, не могу подрезать, правой рукой не умею резать. А, блин, как маленький резиновый. О, он чистый, видите, какой белоснежный. Эта шкурочка сверху ощущается легко. Вот это, он обломался. И все. Вот еще один. Опа, о, вообще свеженький. Красивый дождевик. Там он еще один видел. Такие полянки попадаются здесь. Правда, я немного заплутался. Опять еще выход отсюда не могу найти. Все одинаково везде. Это еще видел дождевик тут. Так, ладно, сейчас найдем. Так, куда мне идти, надо понять теперь. Иду просто на бум. Пока не знаю, куда иду. Вон, серушки заберу. Казалось, что там звук машин был. Думал, там дорога. Шел. Ничего там нету. Вот я неисправимый. Никак себе на телефон не устанавливаю что-нибудь. Да и телефон не беру с собой. Все думаю, да, я так пройду, сейчас я все выйду. Потом начинаешь крутиться. Вот вроде поляны, думаю, наверное, здесь сейчас. А вообще, честно, не понимаю, куда я иду. Ладно, сейчас соображу. А то он какие серушки попадаются. Это какие серушки. О, какие толстые, здоровые. Таких-то серушек-то. Ой, подломал немножко. А масет пока ни одного. Ни одного. Ну, еще есть надежда. Места очень красивые здесь. Как всегда, начинаю плутать. И вот вам, пожалуйста. И вот вам, пожалуйста, стоит. Третий вид грибов на сегодня. Или четвертый. Так, вон какой, ребят, смотрите. Мощный, крепкий, немножко тут. Кто-то его подъесть еще успел. Кто его мог съесть?
холодина такая, в принципе, для всех насекомых. У нас что с вами? Масленок раз, серушка два, гигрофор три, дождевик четыре. Четыре вида грибов, друзья. Так я вроде бы нашел выход. Слышал, там гуд машин в своей стороне. Ну, надеюсь, я правильно вышел. Ну, теперь я хочу тут и полянки обойти, так как я гриб здесь нашел. Во какие красавцы, гляньте. Прямо прячут, прям прижались так к земле. Правда, как мышата. Вон они прижались. О, какие. Что-то не пойму я, куда я иду. Слышу, какую-то машину здесь. Был прямо уверен. То ли ветер так гуляет, непонятно. То ли что, иду в эту сторону, уже иду, никак не дойду. Во. Где-то здесь, рядом прямо. Надеюсь, я вот влевее чуть-чуть иду. Правда, я могу тут пройти такие грибы? Вот они, серушки, ну какие-то непонятные, слишком светлые для меня. Вот эти хорошие. О, нашел, ребят, дорогу, слышу машины. Машины что-то редко ездят по этой дороге, но... Как-то мне повезло, что слышу не первый звук машины. Хотя лес не узнаю, да елки-палки. Кажется, вот они прямо тут где-то. Полянки такие еще надо посматривать. Смогут быть маслята. Зато пока идешь не по незнакомым местам, вон какие. А их прям руками без ножа. Ой, без ножа прям вот так раз подломал. Может, с ножом, без разницы. Ну, их проще даже так, они какие-то влажные. Их он. А когда они мороженые, смотрите какой, ребят. Вот это да, крепкий какой. Вот эти вообще супер. Вот здесь они есть, смотрите-ка. Вот они. Ладно, сейчас все-таки я пойду на розыске маслят сейчас. Так, где-то я это еще видел, вот. Вот она. Там просто, я знаю, там дальше еще места. Перейду сейчас. Там были поляны в лесу большие такие. Вот я надеюсь, там больше просвета. И надеюсь, там маслят. Ну, надежда пока. Ну, а с серушками мы не брезговать не будем. Бабушка, тащи все. Я понял. А еще говорит, ловите меня ротанов, говорит. Сделаем котлет. По-моему, гигрофора. Что-то какое-то непонятное. Вроде как серушка. Слишком она такая светлая. Я чуть-чуть сомневаюсь, все равно не беру. Какой-то один гриб. Как говорят, вот, допустим, корзину грибов принесешь, но не такую большую корзину грибов. И, допустим, положишь там одну бледную поганку. И этой бледной поганки достаточно будет, чтобы... Там всей семьей травится, поэтому внимательнее надо. Ну, как говорится, 100% надо уверенным быть. Не 99, а 100. Ну, тогда можно брать. Иногда идешь, нету. Потом раз сразу же. И вот такие мощные. Вот прямо в таком сосняке. Ну, я обычно здесь таких и не ищу, но смотрите. Вот какая. Ой, обломал чуть-чуть. Они такие мягкие грибы, ничего страшного. Видите, вот так вот раз, поляна. Попалась, как говорится, вознаградила за труд. А редко бывает, что прямо сразу пришел и с грибами. Промываются они легко, все очищается. И ничего тут сложного. В них нет грибы, как грибы. Грибы, говорит, отсюда. Так. Друзья, смотрите, что я обнаружил. Иду здесь, вот таких соснах. А здесь смотрите. Там какой красивый камень лежит. Думаю, пригодится мне для домой. Ну, какую-нибудь, думаю, капусту можно крывать. Знаете, такие камни хорошие, природные. А здесь видите, что написано? Мухтар. Такая большая могилка. Прямо она такая зеленая вся, посмотрите. Мухтар. Кому ты служил тоже, верой и правдой. Кто-то тебя тоже похоронил здесь. Кто-то тебя любил. Сделал тебе такую могилку. И на это тебя также навещают. Ну, Мухтар, лежи. Вернее, бегай там, как говорится, по облакам. С малышом вместе. Вот так вот, друзья. Видите, как бывает. Ладно, пойдемте дальше.
В Лондоне разрушен мост. Кто не верит, тот прохвост. А вот еще. Вот этот дождевик называется еще дедушкин табак, когда он уже такой отцвел. Вот его аккуратней. Его ни в коем случае нельзя дышать. Даже говорят, что от него может быть такая сильная аллергия. Плоть там, я не знаю, да очень нехорошее состояние. Поэтому аккуратнее так вот, как я, их бить ногами. Ну, интересно, особенно детям это интересно. Поэтому посмотрите с детьми, мало ли что. У кого-то аллергологи. Сейчас на слово выговорить. Смотрите, друзья, стою, думаю, маслята такой. Раз, смотрите, вроде масленок, да? Смотрите. А это у нас, это ж вкуснейшие грибы, я помню, их набирал, ребят. Я забыл, как называются они. Сейчас либо напишу, либо вы сами скажете, что это за грибы. Я сейчас забыл, блин, я там в саду их набрал. Я их редко очень, они мне попадаются. Они вкусные грибы, я в том году их побоялся сначала брать. Думаю, не, брать не буду. Смотрите, какие красивые, это что-то. Они такие фиолетовые немножко, видите? Цвет у них. Я вам сейчас книжки покажу. Сейчас вот открою книжку. Сейчас вот увидите. И покажу. Пришел домой, бабушка сразу говорит. Что, бабушка? Рядовки. Рядовка фиолетовая. Да, бабушка, да. Вот это рядовка. Я говорю, наверное, рядовка фиолетовая. Точно, вот она. Рядовка фиолетовая. Вот он, этот гриб. Видите? Так, что здесь записывается? Видите? Но живинка нарисована, значит, можно их есть смело. Съедобный гриб можно жарить, солить и мариновать. После отваривания. Ну, я тогда варил тоже, а потом уже их готовил. Вот они. Вот они самые красавцы. Там бабушка так полянка целая тут среди них. И серушек раздыбал там место еще одно, так что супер. А вот котлеты с бабушкой сделала из грибов вешенки. Бабушка они лучше получаются, чем у Татьяны. Татьяны не мягкие, разваливались совсем. А бабушка он крепенький, форму держит. И вкусные. А что добавляла бабушка? Грибы? Что еще? Лук. Лук? Максим мне помогал. А, молодец, молодцы. И пока я тут бегал в лес, они уже сделали лучок котлет. И эту, как его, паприка. А, паприку добавили? Да. Надо попробовать будет, ладно, попробую. Интересно, выдумщики. И с мукой. Вот такие грибы, а вот смотрите, сколько их здесь. Так, давайте-ка их, наверное, ножичком. Ну, и тоже такие, как бы они, типа, на родственник маслятам что-то похоже. Они вместе растут. Они даже похожи, но... На вкус совершенно разные. И еще их, когда готовишь, у них немножко запах интересный. Но грибы вкусные, друзья, вкусные. Вот они. Вот фиолетовые. В тот раз я в саду нашел, они были просто коричневые, а эти фиолетовые. Вот фиолетовые я уже, теперь-то я их знаю, потому что я их пробовал сам лично. Вкусные грибы. А я вообще то видео, наверное, здесь сверху ссылочку скину, посмотрите, если хотите. А вот еще следы единорога. Так, где тут еще я видел? О, ребят, смотрите, какие. Вот это да. Вот это повезло. Кто-то, конечно, и не возьмет такие грибы и скажет, а я-то ей не знаю. Но вот теперь знаете. Вот видите, фиолетовые такие, красивые. И книжку я вам сейчас показал же, вы видели. Вот в той книжке. Мне написано, что очень вкусные грибы. Вообще они просто съедобные грибы, не условно съедобные, ничего. Смотрите, какая красота у нас, ребят, корзинки. А вот еще... Большущий. Сейчас посмотрим, как большой. Хороший или нет. Хороший большой гриб. Вот он. Смотрите, какой. Просто шикарный. Это. Сначала я их не брал. Вот за прошлый год я их не брал. А в этом году все, я уже беру, не боюсь. А вот еще даже, смотрите, маленькая. Гиграфор растет. Маленькая рюмочка. Видите, так идешь. А я прошел, кстати, много здесь. В этом районе. Вот сейчас прошел, вообще ни одного гриба. Вообще ни одного гриба. И иду, а тут бац, тут маслята. Вот это да, а это вон какие. Блин, название забыл. Ну, вы уже знаете. Так, прямо захотелось здесь еще походить в этом райончике. Да, ну красота же у нас, красота, ребят. Видите, все. И больше такого счастья может не быть. Вот мне грибной дух подбросил грибов. Дал, говорит, вот тебе, может быть, еще подбросит, буду ходить. За старание, а может и не подбросит. Это дело такое, сами знаете. Смотрите, как красивое. Вообще обросло оно. Кстати, вот этот вот мох, вот этот вот, растет в экологически чистых местах. Это так говорили в одной передаче. Типа где-то
плохом лесу, плохом где-то зараженном, не увидите этого. Ну, не знаю, правильно, неправильно, надо посмотреть. Где-нибудь в плохом лесу, где-то рядом дороги, что-нибудь такое. Красиво, а смотрится красиво, как будто какая-то елка новогодняя. Так, ну что, пойдемте еще поищем тогда. Такие оазисы, надо же, вот все, видите, здесь такой оазис, больше нет тут. Интересно, интересно. А местами, где не ожидаешь, попадаются такие полянки, вон какие. Смотрите, не ожидаешь, думаю, уже не будет здесь так, раз и гляну. Но они какие шикарные. Такие, я-то сейчас сорвал еще несколько штук сейчас здесь, вон при входе. Таких, а они вон не прячутся прямо, там уже переросшие, большие, видите. Здесь вон уже такие какие-то тоже они. Цвет потеряли свой немножко. Интересно, здесь молодничок такой по-своему. Вот такие, как вам. Как вам такие серушки? Такие мы тоже брали всегда. Они такие хрупкие грибы, но нормально, аккуратно все с ними можно. А какой красивый тут гербарий наш. Ну, как серушек-то еще здесь. Опа. Целые букетики тут растут. Целые букетики. Смотрите, какие. Ножки-то, кажется, и не видно. Они вон они, смотрите. Смотрите. Ух, это да. Это да. Я здесь и не ожидал их. А собой у него, смотрите, букеты прямо около меня. Под ногами. Прямо под ногами. Я говорю... О, какие-то птички. Видите, какие? Надо поискать еще их. Вон они. Хорошо, найдешь место, будешь грибами. Гляньте, какие. Вот это да. А вот тут, казалось бы, где тут грибы? А они, смотрите. Вон какие, ребят. Самые-самые. Вон они прятались в траве. Представляете? Здесь вот офигище вообще. Вот это да, место нашел, я тут раздыбал. Ну что, друзья, сегодня меня лесной дух побаловал, смотрите как. Я сейчас пока ухожу здесь по этой вот, по такому склону, я здесь еще, наверное, наберу. Так что вот так сколько грибов можно брать. Разных и всяких. Вон еще сколько их, ребят, да их здесь еще... Смотрите сколько. Я тут сейчас пока ухожу, еще доберу корзину. Вон они. Ой, сломал чуть-чуть. И какие хорошие. Гляньте, какие. Вообще шикарные. Вон я вижу прямо, они... и даже не видно, сюда приглядись, они стоят. Ладно, друзья, буду дорывать корзинку и на этом заканчивать. Все, всем пока, до скорых встреч, всем здоровья и всего самого-самого хорошего. Ну все, а я еще пробегусь вот здесь по бугорку, по этому склону, буду выходить туда наверх и поеду домой. Нормально, я прям рад сегодня. Разнообразие такое грибов еще. А запах какой приятный грибной. Вообще супер. Супер прогулялся.